пожалуйста. Добрый вечер. Сегодня прозвучало уже немало докладов, которые касались прежде всего вопросов речи восприятия и речи продукции. Но когда мы говорим о коммуникации в реальных условиях, возникает еще одна третья сторона, очень важная, о которой как-то вот временами забывают. Это та акустическая среда, в которой происходит речевая коммуникация. И, конечно, от того, какова эта среда, зависит результат такой коммуникации. Поэтому доклад, который вам представлен, он посвящен вопросам как раз роли среды в речевой коммуникации. А если точнее проблему передавать, то проблемы коктейль-пати или проблемы вечеринки, то есть общению при наличии некоторого количества других источников или мастеров. Я очень кратко коснусь истории вопроса и затем перейду уже конкретно к пространственным аспектам. Впервые проблема была поставлена в небольшой работе Колина Чиви в середине прошлого века и касалась восприятия в условиях получения сигнала через головные телефоны. Примерно именно урального восприятия. Но уже тогда было ясно, что наличие второго источника сигнала, маскирующего сигнала, приводит к изменению восприятия целевого речевого сигнала. Проблема дентидистарола росла как снежный ком и до сих пор занимает исследователи по-прежнему в связи с тем, что она имеет очевидное практическое применение, прежде всего в ситуации, когда слух нарушен, а также в ситуации, когда среда шумная, ну, как, например, на переменке в школе или на улице, когда ребенок или взрослый даже с небольшими нарушениями слуха просто теряет способность воспринимать речь. Ключевые работы, которые бы хотелось напомнить, это монография Брегмана, которая ввела понятие слуховой сцены, акустической сцены. В 90-м году в большой монографии обобщение его исследований и исследования других ученых, а также два больших обзора Брунхофста 2000-го и 2015-го года, в которых рассматриваются ключевые аспекты этой проблемы. Прежде всего, это проблема слухового внимания, это проблема временной последовательности целевых сигналов и маскеров и пространственный аспект этой проблемы, пространственной избирательности слухового внимания. Здесь на слайде приведена классификация, данная в работах Йоста 90-х годов, тех факторов, тех параметров, источников звука, которые могут быть использованы для разделения так называемых акустических потоков, для разделения целевого сигнала на фоне других источников речи. Ну, очевидно, для слуха это спектральное разделение, но надо сказать, что речевой сигнал, как вы знаете, занимает очень широкий частотный диапазон, и неизбежно речевые сигналы перекрываются. Это спектральный профиль, и здесь все несколько удобнее и проще. Сочетание гармоник. Итак, мы хорошо знаем из повседневного опыта, что частота основного тона детского, женского, мужского голоса существенно различается. Поэтому, конечно, если конкурируют два голоса, допустим, мужской и детский, гораздо проще выделить один из них по сравнению с тем, когда у нас будет два мужских голоса или два детских голоса, которые спектрально в значительной мере перекрываются. С учетом наличия формантной структуры, вот такие вот гребенки, когда по спектральной оси гласные и сонарные согласные разделяются на основе, прежде всего, частоты основного тона, они позволяют выделять целевой речевой сигнал. Еще одним важным элементом для разделения является модуляция сигнала
сигналов во времени, связанных с интонированием, с тем, что речевой сигнал – это сигнал динамический, развивающийся во времени, а также с временным разделением сигнала и временными эффектами включения и выключения звука. Нужно сказать, что вообще российскими исследователями данная проблема поднималась достаточно мало и редко. И здесь просто необходимо вспомнить Люблинскую Валентину Владимировну, которая занималась этим вопросом в отношении временных аспектов, и ее эксперименты, которые показали, что если мы возьмем, промоделируем ситуацию и уберем из речи одного диктора паузы, сложим, как бы, все слова последовательно, все звуки, им исполненные без пауз, то в этом случае при восприятии такого сигнала будет впечатление, что у нас несколько дикторов. Вот, казалось бы, один и тот же, одна и та же частота основного тона, одни и те же, одна и та же речевая специфика, в том числе динамика речи, а человек как бы перебивает сам себя. И это, в общем, момент важный, он не столь очевидный. Но есть еще целый ряд вопросов, которые связаны с последовательной одновременной маскировкой, я не могу их сейчас подробно рассматривать. И, наконец, последний важный аспект, который позволяет разделить целевые сигналы и сигналы маскирующие, это пространственное разделение источника. Источники речи, дикторы находятся в одной и той же точке пространства. Это понятно. Но если они по азимутальному углу, в частности, да, если мы будем уже говорить о механизмах слуха, то мы рассматриваем координаты, прежде всего азимут и удаленность, да, они распределены. И в том случае, когда у нас возникает даже небольшое смещение в сторону одного из ушей, влево или вправо, то второе ухо оказывается в лучших условиях. Возникает так называемый телефонный эффект головы. То есть одно ухо слышит более громкий сигнал, чем другое. Это преимущество позволяет как раз разделить два источника. Если смотреть более детально сигналы, которые приходят на барабанную перепонку, то вот при нуле азимута они практически не отличаются, а при разделении вы видите передаточные функции, искажения сигналов очень существенные. Разница может составлять до 20 дБ, что позволяет использовать их для улучшения разборчивости речи. Причем эта разница в интенсивности, вот здесь на осциллографе показанной на левое и правое ухо приходит сигнал, она возникает преимущественно в области высоких частот. К чему это приводит на практике? А на практике это приводит к таким эффектам. Вот эта разница между левым и правым ухом, а вот это разница в правильном обознании. То есть пороги для разборчивости речи, процент разборчивости речи существенно меняется, четко коррелируя с преимуществом одного из ушей. Таким образом, теневой эффект оказывается одним из основных эффектов, которые приводят к улучшению условий восприятия речи, что для людей с ослабленным слухом или в ситуации сложной среды оказывается большим преимуществом. Вы можете сами себе представить, 15-20 дБ – это разница в уровнях либо от тихого среднегромкому, либо от спокойной речи до речи более выраженной по громкости, с напряжением. То есть это вообще достаточно большая разница. Выявлены еще два важных эффекта, которые имеют меньшее значение, величина их порядка 2-3 дБ, это бинуральный эффект шумоподавления, то есть как при слоении двух сигналов, один из них вычитается, это позволяет преимущество получить уже на уровне 1, просто суммации сигналов. И наоборот, операция суммации
То есть, если мы один и тот же сигнал подаем либо на одно ухо, либо на два уха, понятно, что когда мы подаем на два, он субъективно будет восприниматься несколько громче. Ну, а теперь немножечко к тому, а что же в реальности мы получаем как преимущество бинаурального слуха. Вот здесь показана одна из иллюстраций Инны Васильевны Королевой в одной из ее монографий, которая ярко нам демонстрирует, что да, при протезировании ребенка в условиях тишины мы, конечно, получаем достаточно высокую разборчивость речи. Казалось бы, все замечательно. А затем этот ребенок или взрослый человек приходит в реальную среду, садится в машину, общается в магазине, на улице, где-то еще в среде, где множество источников, и вдруг оказывается, что того, кто, казалось бы, хорошо протезирован с одним коклеарным имплантом или слуховым аппаратом, и кто, в общем, вполне прилично воспринимал сигнал и мог коммуницировать активно, его способность резко падает. В отличие от ситуации, когда бинауральный слух обеспечен подбором пары слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов. И так оказывается, что для восприятия речи, а все-таки двухстороннее протезирование в тех случаях, когда это возможно, когда это эффективно, а только не мешает другому, оно дает колоссальные преимущества с точки зрения социализации, развития ребенка и возможности активной коммуникации в реальной среде. А нас, как теоретиков этого вопроса, да, прежде всего интересовали некоторые аспекты другие. Хорошо, по азимуту известно довольно много. Надо сказать, что последние годы моделируется эта ситуация, не только моделируется, но и есть попытки внедрения в новые сухопротезирующие аппараты этих эффектов, которые азимутальные характеристики теневой эффект головы используют лучшее восприятие речи. Но вот такой важный момент теоретически. А вот если разделение идет не по азимуту, а по расстоянию, конечно, сразу скажете, чем дальше, тем тише. Но на каких расстояниях мы коммуницируем? Мы не очень охотно в свое переперсональное пространство других людей пускаем. И с другой стороны, мы не очень охотно кричим и общаемся на расстояниях больше 5-7 метров. Все-таки оптимальная коммуникация – это расстояние нескольких метров. Согласитесь с этим. Известно из литературы, что на расстоянии 2 метра действительно те функции, которые показывала изменение сигнала, искажение сигнала с изменением расстояния, с изменением азимута, они сильно меняются. Прежде всего, до расстояния метра мы видим довольно высокую на 10-15 дБ, особенно для высоких частот, разницу. А вот расстояние больше, собственно, важное коммуникативное расстояние. Ну, в данном случае вот от 1 до 4 метров. Наша большая акустическая камера позволяет на таких расстояниях работать. И мы задались вопросом, а будет ли какое-то преимущество, если речевые сигналы разделить? Из довольно простых соображений понятно, что если мы фронтально помещаем источники звука, азимут мы здесь подключили, да? Азимутально было один и тот же, на уровне головы, то есть телевизионные были те же самые, но меняем расстояние. В этом случае у нас окажется, что сигнал на левое и правое ухо приходит к одним и теми же углами, но угол согласования, угол раскрытия будет разным. Причем это именно бинауральный признак, потому что если это бесконечно далекая точка и придет плоская волна, то у нас получится, что под тем же самым углом приходит сигнал на левое и правое ухо. А если эта точка на точечный источник на близком расстоянии сопоставимым с диаметром головы, то в этом случае у нас придет чуть правее на левое ухо и чуть левее на правое ухо. Чем ближе, тем
физиологии Павлова, Елена Александровна Городникова, которую присутствует здесь взяли, и Сергея Павловича Павлова. Мы привлекли группу взрослых здоровых испытуемых, проверяли не только аудиометрическое состояние слуха, но и тестом обнаружения паузы, поскольку сложный речевой сигнал требует дополнительного контроля. Экспериментальное помещение была наша большая акустическая камера, которая бездыховая, то есть имитирует ситуацию свободного поля, то есть общение на улице, например, где-то в толпе, на большой площади. И, соответственно, применяли пространственные конфигурации на расстоянии 1, 2 и 4 метров стояли динамики, которые уже объясняли на уровне головы в петуху. Применяли сочетание, когда маскер и речь подавались с одного того же динамика или с пары динамиков, отставленных на расстояние, здесь получается у нас 1 метр или 3 метра. Какая стояла задача перед испытуемыми? Испытуемым предлагались слова, были подобраны слова одинаковой частотности, со сходными характеристиками по длительности. Так, вот теперь нажимать, ты должна как сообразить, не эта мышка. Слова, произнесенные четырьмя дикторами разного пола и возраста, и, соответственно, предъявлялись они на фоне речеподобного мастера, который представлял собой результат суммации, сложения всех этих речевых стимулов. Всего было 8 слов, 4 диктора, значит, 32 варианта, которые были здесь совмещены. Отличается от 50, да? Половина да, половина нет.
есть еще одна очень важная характеристика, на которую в последнее время обращают много внимания, вследствие того, что в системах протезирования важно что? Важно, чтобы с учетом избыточности речи, чтобы даже в ситуации, когда затрудненное опознание сигнала, чтобы как можно больше растянуть. Ведь очень важно, когда человек слышит каждое третье слово и может восстановить смысл, а когда это только одно из десяти, то это практически невозможно. То есть вот с учетом избыточности речевых высказываний, все-таки чуть-чуть даже поднять уровень вероятности уже имеет большое значение. И вот здесь как раз пример. Вот смотрите, резко меняется, да, при одном и том же уровне. Или все-таки кривая идет плавно, а значит, сложность в трудных условиях мы таким образом можем создать более выгодные, более комфортные условия уже вблизи порога восприятия. Вот это результаты, которые мы получили. Значит, что здесь показано? Расстояние до речи подобного маскера 1 метр и 4 метра. Вероятность обнаружения, ну, психометрическую кривую, что показывала, да? И теперь, какие условия? Расстояние до источника речевого сигнала. Посмотрите, пожалуйста. Итак, маскер метр, расстояние до источника метр, 2, 4. Когда мы говорим о 4 метрах, кривая пошла полога. То есть и вероятности гораздо выше, даже в условиях практически близких к порогу маскировки. Значит, я хочу напомнить, дело не в том, что дальше тише. Как раз все сигналы были выровнены по уровню, на том месте, где находилась голова испытуемого. А дело в том, что оказывается вероятность обнаружения лучше, когда при всех прочих равных условиях, когда сигналы приходят тоже с тем же самым уровнем громкости, но между ними есть расстояние по расстоянию, разделение по расстоянию, расстояние по расстоянию, такой технологии, да? Теперь смотрите, что получается в том случае, если у нас мы поменяем как бы местами. Здесь было ближе, а здесь дальше. Все равно то же самое. Если у нас источник речи находится точно там же локализован, то у нас резко падают пороги. Ну, понятно, что когда разница невелика, то здесь почти 100% опознание. А на 2 метрах почти то же самое. На 1 метре гораздо лучше ситуация. То есть мы что получили? Мы, оказывается, независимо от того, где маскер ближе, точнее, что ближе, целевой сигнал или маскер, получили улучшение при разделении по расстоянию. И посмотрите, оно не такое маленькое на самом деле, да? Оно не очень маленькое, оно с точки зрения вероятности обнаружения процента, оно довольно большое. Здесь показана как раз вот ситуация, когда есть разделение. При одинаковых характеристиках по интенсивности. Видите, ни при одном уровне интенсивности достоверных различий мы не получили. Но когда мы говорим о соотношении сигнала шум минус 14 дБ, это практически порог маскировки. Сигнал должен был бы быть рядом уже. Мы получаем вероятность обнаружения почти 50%, когда сигналы либо локализованы в одном, это уже при одном и том же расстоянии, либо несколько отличаются в пределах метра, и значимое достоверное улучшение распознавания, видите, на уровне порога, да? Если порог принять где-то в районе там, порог распознавания 60-62/3, да, как мы часто это делаем, улучшение обнаружения сигнала. И позвольте очень коротко еще разочек сказать о том, что же мы получили. Итак, пространственное разделение приводит к улучшению обнаружения целевого речевого сигнала, скажем так, на фоне шума толпы. Далее, с ростом интенсивности маскера вероятность обнаружения снижается гораздо медленнее, чем при совпадении. То есть вот эта динамика, когда ухудшается восприятие.
Далее, увеличение пространственного разделения приводит к достоверному улучшению обнаружения речи при низких околопороговых соотношениях, то есть как раз в том самом случае, когда наиболее сложное опознание. И, что очень важно, эффект не зависит от того, мастер или целевой речевой сигнал находится ближе к слушателю, если уровень интенсивности, соответственно, одинаковый мягкости. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют об эффективности бинауральных механизмов слуха в задаче обнаружения речевого сигнала при пространственном разделении источника речи и помехи по расстоянию. Спасибо за внимание. К сожалению,